Глава Тюмени прогулялся новым пешеходным маршрутом по Мельникайте. Схема движения для тех, кто двигается не на автомобиле, изменилась из-за развязки на пересечении с улицей 30 лет Победы. За несколько дней после открытия новый объект собрал негативные отзывы горожан. Комментаторы в соцсетях отмечали, что двигаться пешком или на велосипеде по эстакаде теперь якобы нет возможности. Эту развязку на Мельникайте ждали тысячи автомобилистов. Пробки на магистральной улице отнимали массу времени. На строительство по планам требовалось больше 2 лет. Но уже через год с начала работ транспорт пошел по новой схеме. Новой транспортной развязке обрадовались не все. Пешеходы и велосипедисты возмутились. Двигаться привычным маршрутом по путепроводу вдоль проезжей части уже не получилось. Тротуар теперь приводит к одному из съездов. Поэтому прежнюю пешеходную дорожку частично закрыли. Зато сделали другие, безопасные. Глава города решил на себе испытать новый маршрут. Мы прошли весь трафик, которым, в принципе, должен двигаться любой человек, кто передвигается в центральную часть города, либо, наоборот, в центральной части города. Какого-то либо увеличения по времени абсолютно не наблюдается. Единственное, на что обращали внимание жители тюменцы, те, кто передвигается на велосипеде, это, наверное, на то, что для того, чтобы подняться на уровень выше, на мост, необходимо преодолеть путь по подъемнику. Обсуждая развязку в соцсетях, именно эту лестницу посчитали серьезным препятствием на пути некоторые пешеходы и велосипедисты. Пока она оборудована только полозьями для легкого транспорта. Но строители обещают, скоро на второй уровень и обратно можно будет добраться на лифте. Лифт будет чуть позже, потому что это уже было дополнительные работы, которые появились в результате реализации контракта. Когда увидели, что есть проблемы, на них тут же проектировщики откликнулись, запроектировали. Но сегодня не обязательно подниматься на путепровод и спускаться с него с велосипедом. Есть внизу через железную дорогу оборудованный регулируемый светофорный переход, который позволяет передвигаться, не поднимаясь на развязку. Теперь есть выбор – подниматься на эстакаду или идти по переходу через железнодорожные пути. Чтобы изучить и оценить новый маршрут, нужно как минимум выйти из интернета, говорят те, кто передвигается здесь часто и уже сориентировался в новой схеме. Я всегда поверху. Удобнее. Я уже неделю езжу. Ага. Вот когда еще строили, непонятно было, мы уже смотрели другую дорогу через Перемяковский мост. А когда вот все уже и пешеходники появились, и вот лестница удобная. В месяц раз бывает. В гости езжу. Так, по делам. Нормально, в принципе. То есть... Потому что здесь место такое, что другую развязку не сделаешь. Только что вот заходишь по лестнице, а так-то нормально все. Под лифты строители уже сделали основание, сейчас приобретают оборудование подъемными устройствами. Лестницу дополнят в 2021 году. Ольга Меншутина, Александр Вележанин, Тюменская служба новостей.